Так, пингуемся, уже проверяем, то бишь интернет с 25 числа, сегодня 30-е. Перешел на Pro-вариант пинг-плоттера. В нем, значит, соответственно, можно в одном окне пинговать, видеть, как пингуется все. Поставил 15 источников назначений на пингование. И, соответственно, в Pro-варианте можно смотреть графики за всю историю, как это происходит. Вопрос на засыпку. А, вот. Местный DNS. Ближайший. Без потерь. Пинг быстрый. В районе между 12 и 22 он почему-то уменьшался. Так, это незначительно. 1.1.1. Видно, что в час нагрузки отвечал уже с трудом, начиная с 20.48 по 23 часа. Дальше перешел в режим Википедия. Но работает ступеньками. Бывает иногда красные черточки, то есть потери, но в основном все норм, находится далеко. Если посмотреть фокусную группу, начиная с запуска с 28.03.2056, то вот эти красные черточки не конвертировались в потери почему-то. Reddit.обмена, видно вечером тоже ЧНН. Потом ВК.ру. Это у нас 7 дней, переведем на 48 часов. В ЧНН перешла ступенька, и, видимо, CDN-сеть выбрала другие сервера. Я.ру. То же самое, ступеньки. Видим. Акамай. В ЧНН видно, что каналы были перегружены. Сильный пинг увеличился, потери присутствовали. В итоге, если взять фокусную группу полную, то 0,3% потерь. Google.com. В ЧНН много красного, пинг не сильно увеличился. 0,2%. Потерь. Yahoo. Вот Yahoo все равно по барабану. То есть канал до, наверное, Америки 72 миллисекунды. Ну, я не знаю, такая Европа, может быть. Но здесь все ровно идет. DNS сервер 888 я поставил, наверное, гугловый. Точно не могу сказать. Может быть, ошибаюсь. Так вот, ступеньками работает все четко. Binance, криптобиржа. Binance, как ни странно, вообще ровно пингуется. Но это именно сайт, не факт, что это торговая площадка. 23 миллисекунды где-то в Европе, может быть. Но близко к нам. А дальше пошли у нас танки. Сервера разные танков. Я, честно говоря, название не выписал, но это, по-моему, Казахстан, 81 миллисекунда. Это вот далеко, это Сингапур, 206 миллисекунд. Ну, пинг страшный, самый большой, наверное, какой бывает, 206, но, в принципе, он стабильный, потерь-то нет. Так, ну, играть на таком невозможно, 0,2 секунды пинг. Это где-то близко. Это, по-моему, начало Европы. И вот это далеко. Это конец нашей страны. Приморье, по-моему. Нет, стой, Хабаровск. 109 миллисекунд до Хабаровска, считай, через всю страну. В желтой зоне
длинный, но он стабильный, и здесь видно, что перегрузки канала в этой стороне нет, как, допустим, на гугле присутствует. Или вот тут совсем проблемно. Это вот означает о том, что сигнал идет через тонкую трубу в это время, где загрузка, скорее всего, 100% находится, и поэтому вынужден задерживаться и теряться. А так, в принципе, вот получается, мы уже практически 5 дней, с 25 по 30 проверяем интернет без остановки, и он работает стабильно. Аварий пока у меня не было. Пинг был круглосуточный, ежедневный отчет.